Оба казахстанских экипажа добрались до финиша ралли-марафона «Африка Эко Рейс». По итогам гонки Канат Шагиров и Александр Морозов заняли 13-е место, а Юрий Сазонов и Арслан Сахимов стали 16-ми. Абсолютный победитель марафона – французский экипаж. Жан-Луи Шлиссер и Тири Магнальди показали лучшее время – 35 часов 13 минут и 6 секунд. Второе и третье места у бельгийцев. В этом году марафон прошел по территории трех государств – Марокко, Мавритании и Сенегала. Участникам предстояло проехать более 5,5 тысяч километров.